Составить информацию об организации отвода воды с территории благоустройства строящихся домов согласно проектной документации с целью исключения жалоб жителей улицы Полевой, возможно подтопление домов. Здесь у нас УПС должен информацию это предоставить. Да, согласно проектной документации, водоотвод с поверхностных вод предусмотрен лотками, водоотводными лотками в сторону 46-го дома, вот первого дома большого в сторону, в эту сторону, маленького в другую сторону, со стороны 46-го дома. Кроме того, по территории нашей идет действующая ливневая канализация, есть сети, колодец вот с той стороны, то есть сейчас используется маленьким домом для отвода воды со своей территории, значит. И несмотря на это, у нас все равно получается, что наши жилые дома будут несколько выше располагаться, чем частный сектор, поэтому вдоль нашей территории будет прокапываться еще водоотводная канава для того, чтобы исключить подтопление подвалов частных. Ну, одним словом, варианты решения какие? Есть. Какие? То есть это использовать водоотводные лотки, чтобы, согласно проекту, это использовать ливневую канализацию, которая здесь есть, и водоотводную канаву. Значит, я тоже здесь, Олег Викторович, Козлик, да, потому что затем мы понимаем, что объекты благоустройства, ливневые отводы воды, да, они все равно будут, как говорится, в нашем, значит, направлении обеспечения, да, поэтому это тоже активнее подключайтесь, чтобы вода у нас уходила либо это в септике, либо естественным отводом, чтобы у нас не было вокруг скопления воды после дождей. То есть тогда вопрос жители задавали. Хорошо, спасибо.